Экзотычные краины вачыма беларуса. Фотовыстава столичного вандроўніка открылась у кинотеатре «Перамога». 22 экзотичные краины света мастак увасобил у своих працах. Из Эфиопии, Кении, США, Израиля, Франции. Усяго Сергей Милюхин наведал их больше за 70. Особной темой работ стала Африка. За все жыццё аўтар бачыў каля 16 краин гэтага континенту. Все встречи с дикими животными курьезны, потому что настоящая жизнь и настоящее поведение, оно просто-напросто выносит мозг, когда ты это видишь. Люди могут безбоязненно на данджипах подъезжать очень близко к хищникам, и хищники никогда не будут нападать, потому что машина – это для них неприкосновенно. Если же человек пойдет просто пешком по саванне, ну, конечно, тогда будут проблемы, в первую очередь, у человека. В вандроўках мастак проводить по 3-4 месяцы штогод. Наведать выставу можно до 15 листопада.